Лютик вышел на работу. Уже залы в очи ходят, бродят, не знают, чем заняться. Идет чудо. Идет, ореховый магнат идет. Идет. Что ты идешь? Радостный такой. Что с тобой? Уже наклюкался. Как скотина. А что тебе полиция говорила? Более. Экран 250, протон. Что полиция говорила, подходила? Пошел нахер. А, гоняют вас, да? Пошел нахер. Да, ну гоняют тебя. Ты... А ты скажи, что директор площади. Я собак. Вот ты аэропорт рабочий командир. Да, умрут, это вся мафия умрет. Вся о! Мафия. Мафия умрет, ты будешь. Тебе пришли. Все нормально. А, да, я чуть-чуть. Плохо играет. Я станцую. Ну, мальчик. Туянг. Слишком молодой, чтобы такое вообще. Да-да-да. Он еще научится. Нам не хватает сколько. Сколько? Сколько нам не хватает? Куда? На билеты в Испанию. На медовый месяц в Испанию. Естественно. Он не пьет, ну какую бухлу? Я пью иногда. Он закодирован. Познакомься. Ольша. Это твоя девушка? Нет. Все, на суде встречена как бы. Это Кузя. Потанцуй, Кузя. Нет, плохо. Нет музыки сегодня, ты видишь? Пойду пописать. Давай, иди. Если мне там менты там. А что менты? Менты, ну, посмотри, как ты писаешь. Я не пошел. На орех, нашел кран. Не списать. Что значит, у тебя за друзья такие? Что у вас за гоп-компания? Я вот так вот. Просто ухнул кран, не списать. Ага. И нет работы. И ты уже пропил 250? Да. Ну ты даешь. И материнка спросом. Отже, причем продавать мать и материнку и сын работа и... И прос, почему продавать? 150. Капец. Сколько требуется? Как ты думаешь? Я не знаю. Это тебе надо к специалистам, чтобы они оценили вообще. Как, что? Ты же знаешь, что все плохо. Это мне? Это ты меня угощаешь? Я думал, ты мне тянешь. Ну, ты же тянешь. Давай я куплю. Ты меня выпотрошил, что ты мне купишь? Я книгу ему подарил. Книгу подарил? Да. Смотри, у меня четыре книги. Цветка. Цветка? Да. Ну да. На. Иди выпей уже пивка, бахни. Все. Иди. Давай, сходи. Что, когда начнем за дело приниматься? Ты сам бухать? Потому что пока наше дело катится дальше вниз. Ну, что мне сегодня кран найдет. Ты здесь... видишь, что мы с тобой катимся вниз, просто летим. Сумасшедшая скорость. Все, невеста тебя бросила. Не, просто. Ты не выглядишь. Михур. А что Михур? Ты видишь, что невеста тебя... Дай веса. Продинамил. Ну а как? Это все, это твоя уже. Она говорит, я пришла к Лютику. Буду теперь с ним. Я буду с тобой. Со мной не надо точно. Нет. Кстати, Кузя что-то расстроил. Музыки нету, да, Кузя? Кузя. What is your age? What is your age? How old are you? Ты неправильно вопрос задаешь. How old are you? Are you? How old? 27. Уроки английского языка. 27. Костя, это наш бог, его зовут Олег, он управляет небесами управляет.
небом управляет. Небом. Ты понимаешь, что это? Он управляет небом. Иди ты сейчас это, того. Он управляет. Пузырь небом. Не выдержит. Иди во двор быстрее. Мехур. Давай, мехур уже жмет. Он управляет небом. Даже только небом. Нет. Он не усами управляет. Да вон твою невесту уже хахали, смотри, пришли. Уведут. Так и живем, в общем, друзья. Так и живем. Реалии современного мира. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. И появляются новые персонажи. Да. Грустно и печально. Ну, а как по-другому? Канал о реальной жизни. Реальная жизнь среднего и намного ниже класса. Как мы живем, что происходит и что происходит с нами во время того, как мы живем. Всем привет, Днепр на связи. Вот у нас уже, друзья, и вечер. Только 19:20, а уже темно, солнышко село. Даже непривычно. Так, пойдем здесь по хорошей дороге. Уже готовят генераторы. Что у нас по газу? Газ, кстати, 24.69. Цена немножко поднялась. Что по обстановке? Ну, днем у нас были сигналы воздушной тревоги. Последний из них в 14.50 закончился. Тревожилась вся страна, была красной. Взлет МИГа, потенциального носителя ракет «Кинжал», осуществлялся, но обошлось без спусков. В городе спокойно, в области вновь Никополь там. Прилеты трех беспилотников, обстрелы. Я просто не представляю, как в Никополе живут люди. Те, кто там остался, ну, это те, кто действительно испытывает на себе все тяжести бытия. Ну, также смотрел новости в центре Донецка. Прилеты сегодня были. В общем, все бумерангисты. Замкнуто кругольщики. Могут радоваться. Мстители диванные. Взрывы там, радости полные штаны. Кстати, по поводу штанов, встретил Лютика в начале, наверное, вставлю вам эти фрагменты. Он уже там с невестой. Я ему сказал, чтобы он, говорю, штаны тебе купить. Он говорит, у меня штанов, я сам тебе могу принести, какие хочешь. Говорю, так, давай новые, а то... Как говорится, проветривание у тебя излишнее. Опа. Ничего себе. Поставили убежище. Еще вчера не было. Прям возле бара. Чтоб алкоголики тусили. Ну, как всегда, без окон. Без дверей. Короче, вы знаете, что это поставили? Это вот бар. Они писают вот здесь, рядом. А теперь они будут писать здесь. О, какая радость. Забота о жителях. Молодцы. Круто. Так и надо. Надо посмотреть, сколько денег это чудо техники бетонной стоит. В общем, что еще по новостям? Ну, Данилов сегодня разоткровенничался. Обычно говорит... по пустым каким-то строениям попадает, еще куда-то. Сегодня сказал, что был осуществлен прилет, удар и разрушение по предприятию или по заводу, где производятся украинские ракеты. Не уточнил местонахождение, там название, но сказал, что вследствие атаки такой прилет произошел. Действительно, такое себе откровение от Данилова. Обычно от него такой информации
не получишь. Ну, а так, что, какие-то локальные криминальные элементы опять творят, черт знает что, в Никопольском районе задержали мужчину, который насиловал 3 собственных детей. По-моему, 2 девочки и 1 мальчик, 9, 10 и 11 лет. При этом дети жаловались матери, мать эту жалобу игнорировала, детей у них забрали из-за того, что были ненадлежащие условия, отдали опекунам. И там уже дети людям рассказали, что вот были такие прецеденты, в чем в течение долгого продолжительного времени. Ладно, я понимаю, там еще отчим. Но когда это делает родной отец, ну это вообще труба. Это какой-то дурдом получается. А так, задержали волонтеров очередных, которые бесплатно люди, ну, у них благотворительный фонд за границей, различные там предприятия, общины, просто люди отдавали свои автомобили для ВСУ, для Вооруженных сил Украины, бесплатно. Они их провозили сюда, тоже без пошлины, считают, что бесплатно, а здесь уже военным продавали. Ну вот как-то видно, видимо, они поделились с кем-то, их не накрыли. Забрали все автомобили, дальше заберут и все остальное. Так, уже читал, очередная атака по Крыму была, люди там ракеты запускали. Ну, не знаю, я прилет их не видел, говорят, все было сбито. В общем, так и живем. Каждый день, в принципе, где-то что-то, возможно, меняется местоположение, а новости одни и те же. Вот кто смотрел «День сурка» фильм, вот это вот все оно так и происходит. Работаешь за еду и на лекарства. В одну аптеку зашел. Кстати, вот очень удобно заказывать онлайн. Такой сайт есть, таблетки.ua. Название препарата ввели, и вам показано, в каких аптеках есть. Отфильтровали по цене, выбрали подешевле, поближе к себе. Пришли, забрали без очереди. В общем, кто не пользуется этим сервисом, рекомендую. Экономят время и нервы. Что еще? Да, в принципе-то особо и добавить нечего. А, ну смотрел очередное там расследование «Украинская правда» о депутатах, в частности от партии «Слуга народа». Показали, как они там недвижимость практически все. Ну это, знаете, не только «Слуга народа», это любого взять. Они сейчас все зарабатывают на войне сумасшедшие деньги. Показали там, кто квартиры понакупал, кто дома, кто еще что-то. И все, вы знаете, все, друзья, за границей. Испания, Италия, США и так далее. В Украине они только какие-то предприятия там открывают, что-то бизнес пытаются вести. В принципе, успешно его ведут. Украина для них кошелек. А все остальное они хранят за рубежом. Заседатели пивбара. Романтика, одни бары. Внутри он там их куча тусуется. На чем я остановился? Мне реально Украину, нашу страну расценивают как кошелек.
а все свои активы, дети, родные, все за рубежом. Им-то что, в любой момент клац, прыгнул в автомобиль там или еще куда-то выехал и забыл, что такая страна есть, а нам с этим жить. С тем, что происходит, как происходит. У нас, конечно, социальная несправедливость, она сумасшедшая, просто сумасшедшая. У кого-то от этого опускаются руки, кто-то уже там какие-то, знаете, финальные шаги готов пойти. Надо держаться. У очень многих сейчас глубокая депрессия у людей. Надо, друзья, держаться. Я пойму, гудит. Вроде тревога гудит. Похоже на то. Ну, ночью, наверное, в очередной раз беспилотники будут. Кстати, у них новая тактика. Вот и видео видел, и так писали, что перед самим моментом подлета к объекту, который они хотят разрушить, выключается двигатель. Нет уже вот этого звука, когда он летит-летит, а потом пошел. То есть так его тяжелее заметить. И он уже с отключенным двигателем пикирует прямо в необходимую цель. Так, сейчас в аптеку залечу. В АТБ. Надо еще нарезку купить. Я вам, друзья, покажу классные вкусные пельмени. Сейчас по очень классной цене. Тоже, если кто-то любитель данного вида блюд, может кому-то пригодиться. Что, друзья, действительно тревога. Вновь взлетел МиГ, потенциальный носитель ракет «Кинжал». И тревога по всей стране. Хоть крути, хоть верти, никуда нам от тревог не спрятаться, не скрыться. Домика в Испании у нас нет. Сейчас вам покажу пельмешки. Вот смотрите. Тревел медиа, вот такие вот, не шутка. Курица, телятина и индюк. Вот такие вот цены. 40% скидка. И реально пельмени прикольные. Блин, в АТБ попал в самый час пик. Куча народа. Это я не люблю. Так. Как и все. Кстати, и масло еще по скидке, кто не видел, тоже рекомендую. Вот это масло по хорошей цене. Так, выбираемся отсюда. Толпа копается. В общем, друзья, на данный момент тревога. Если что-то где-то как-то, я думаю, оперативно выйдем на связь. Ну а так, пока смонтирую ролик, туда-сюда еще полчасика, может, часик даже пройдет. Так что надеемся на скорый отбой, хорошую, спокойную и тихую ночь. Всех вам благ, добра, огромное спасибо за поддержку и до нового выхода на связь.